Привет, Ви. Соскучился? Я бы так не сказал. Я вырубился и очнулся уже тут. Что-то пропустил? Ты знал, что Арасака развела тут на верхнем этаже настоящие ёбаные джунгли? Пришлось прорубаться через них с мачете. Джонни, я тут жду уже не знаю сколько. У меня нервы на пределе. Скажи лучше, мое тело в порядке? Да в порядке. Просто комары покусали. Ну и пара пиявок, может, где присосалась. Знаешь, тебе не мешало бы немного подкачаться. Ну, это так, дружеский совет. Ага, добавлю в список дел в новой жизни. Сразу, как только твоя девушка перестанет потрошить мою голову. Все будет хорошо. Ты уже на финишной прямой. Страшно даже представить, какая жесть сейчас со мной происходит. Альт сделала из меня энграмму, а я даже не понял. Как? Когда? Ну и как тебе жизнь в виде кучи нолей и единиц? Сначала было больно. Дико больно. Все тело как будто кололи иголками. Потом уж я понял, что это не боль, а какая-то цифровая симуляция. Наверное, Альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело. И я даже не знаю, переживу ли я это. И чем вообще стану. Значит, мы сделали, что могли. Дальше Альт справится? Нет. Да блять, в смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс, и иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Проверь еще раз. Похоже, что-то с энграммой Ви. Может, починишь? Проблема в физической оболочке. Нейронная сеть сильно деградировала. Любое вмешательство в работу мозга окончится смертью организма. Но ты же гений! Придумай что-нибудь! Хватит, Джонни, заткнись. Мне надо подумать. Альт, ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять, а он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. По-моему, Альт права. У тебя уже нет будущего. А у меня есть. Я просто хочу спокойно обсудить с тобой все варианты. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Я бы не отказался пожить еще немного. Ты меня обманывал с самого начала. Альт, что мне делать? Просто войди в колодец. Ты переродишься в теле Ви, а сам он станет частью меня. Да ты, блядь, издеваешься. Нет никаких вариантов. Двуличная мразь. Мы договаривались. Ты съебываешь. Я остаюсь. Так, спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, принял слишком большую дозу Сильверхенда. Потому что ты эталонный мудак.
И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти. Знаешь, Джуни, я рад, что встретил тебя. Прости меня, если сможешь. Но мне хочется еще пожить. Я просто не вижу другого выхода. Одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне. Бля, к этому я никогда не привыкну. Надо собираться. И пора перестать говорить с тобой, Ви. О, это тут лучше не оставлять. Еще есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Немного, но мне больше и не надо. Нужна будет тачка. Стив, поговорю со Стивом. Ох, Ви. Расслабься, Стив. Это я. Привет. Привет, мужик. Что-то случилось? Я вот послушал новый альбом Curtis Metal Hands. Первые 4 трека. Гениальный. Ты аккорды-то учишь? Хватает времени? Да, только без толку. Главное играть вообще не выходит. Практика, Чумба. Все решает практика. Рано или поздно перестанешь об этом думать, и начнет получаться само.
Я тут разучивал один кусок. Хочешь, сыграю? Давай не сейчас. У меня мало времени. Ну и синяк. Где это ты так обездюлился? Да, так. Батя твой? Да я его забыл разбудить на работу, так что вроде как сам виноват. Зайди потом, возьми мой будильник. Дверь открыта. А тебе он что, не нужен? Да он, сука, бесит меня. Нужна тачка на день и хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос, я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она все равно не слышит. Пошли. Слушай, есть вопрос. Что сделать, чтобы пальцы не так болели, когда много играешь? Ничего. Металлические струны врезаются в пальцы, пальцы болят. Так что смирись. Не переживай. Вот поиграешь подольше, мозоли затвердят. Ты чего это делаешь, засранец? Ухожу. Куда? Никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад! Никуда ты не пойдешь! Нечего шляться, слышал? Бля, ты что, опять мои ключи спер? А ну домой, засранец! Не трогай его и следи за выражениями. А ты уёбывай! Что, типа, крутой? Ты такой же абсос, как и все мы! Хочешь рискнуть? Ну давай. Некогда мне хуетой заниматься. А это вообще кто? Да хуй его знает. Бомж какой-то. Они все на одно лицо. Стукач, наверное. Корпораты хотят, чтобы мы тряслись от страха круглые сутки. Стив мой с ним задружился, а теперь бренчит на своей гребаной гитаре с утра до ночи. Сына надо держать в строгости. Вот блин, он так испугался, что ты ему наваляешь. Правда? Извини. Ты чего? Какое извини? Я бы хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Садись. Вот бы я мог ему вломить. Хочу быть сильным, как ты. Когда-нибудь будешь. А может и посильнее. Но надеюсь, к тому времени ты сам увидишь, что он того не стоит. Почему? Потому что этим ничего не исправить. Тебе, конечно, станет легче, если ты его побьешь. Но потом ты все время будешь чувствовать вину. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Евродина. Ты что, фанат? Конечно! Он же легенда. А ты что, не фанат? Керри клевый. Я слушал передачу по радио. Там говорили, что всю свою славу он заработал на смерти Джонни Сильверхенда. Да ладно. Журналисты тебе еще и не такой херни наговорят. Особенно музыкальные. Главное, что Керри настоящий профессионал. Он живой, искренний. Во всем, что делает. Звучит так, как будто вы с ним знакомы. Так и есть. Я тоже когда-нибудь стану музыкантом. Только учти, это не самая простая профессия. Да, да, знаю. Надо много работать, заниматься. Да, это сначала. А потом будет еще тяжелее. Критики, хейтеры... На тебя постоянно оказывают давление. Живешь в бешеном ритме. Не все выдерживают. Хорошо бы уметь что-нибудь еще. Что? Что-то, чем можно заработать на жизнь. Это не даст тебе скатиться в отчаянии. И просто не даст скатиться. Музыка у тебя и так есть. Она как кровь.
никуда не денется. Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнет получаться что-то путное. Чем раньше начнешь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Все, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, о чем писать. Будь искренним. Пиши правду. Особенно, когда пишешь о чувствах. Не понимаю, как я могу врать о своих чувствах? Просто не пиши песен о любви, если ты не влюблен. И не пиши грустной херни. Только потому, что в грусти типа есть красота. Понял. А вот когда тебе что-то реально проймет, сядь и напиши про это. Правда неуловима. Иногда музыка — единственный способ ее поймать. Ну все, приехали. Ага. Подождешь минутку? Не, я с тобой. Посмотрю, что новенького вышло. Хорошо выступил. Один из них был даже немного талантлив. Наверное, ничего нового. Сейчас гляну. Почему Night City Strippers стоит рядом с Neon Haze? Я бы тут все переставил. У Point Break Candy новый сингл? Интересно, кто вообще слушает это говно? Эй, больно же! А ты до сих пор записываешь? Теперь только сэмплы. Органические звуки хорошо продаются. Но ты хотя бы живешь с того, что тебе нравится. Сейчас все лейблы под корпоратами. Все поделено. Вместо песен выпускают какое-то говно. Самому со своим материалом не пробиться. Да, знаю. Вот уж кто у нас любит менять лейблы, как перчатки. Настоящей музыки уже не пишут. Везде какая-то синтетическая каша, которой срут роботы. Или люди, которые ничем от роботов не отличаются. Это точно. Настоящая музыка умерла. Еще продается. Надо же.
ладно, Чумба. Серьезно? Будешь покупать акустику? Хочу играть на чем-то настоящем. Прям вообще без электричества? Ну а что? Ну-ну, удачи. Я могу чем-нибудь помочь? Говорят, у вас тут бывает Кири Евразин. Это лучший музыкальный магазин в Найт-Сити. Тут все бывают. А знаете, почему еще? Еще не знаю, но, кажется, сейчас выясню. Потому что я не шпионю, никому не продаю инфу и не распускаю сплетни. Так... Чем вам помочь? Я ищу гитару. Электрическую. Смотрите. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Это все детские поделки из непросушенного шпона, который кое-как склеили на коленку. Играть можно, просто уметь надо. Дребезжат, потому что гриф плохо вкручен. Отверточкой можно поправить. Важнее всего звукосниматели. С ними у гитары должно быть все в порядке. А уж как она выглядит, мне насрать. Окей. Безобидно, мне нужна настоящая гитара. У меня есть на нее деньги. А. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Я с вами. Окей, может, научишься чему? Как вам? Вау! Охренеть справа просто! И слева новые хроматиксы и хендерсоны. Винтажные модели сзади. Делус Орфин? Не подделка? Сами гляньте. Спокойно, я просто спрашиваю. Вроде настоящая, хорошо сохранилась. Сколько ей лет? 70? Ха, больше 90. Порожки из черного дерева. Энзер Парадис. Это что, реплика? Настоящая, конечно. Ей, наверное, уже больше 100 лет. Смотри, у нее гриф на болтах и двойной хамбакер. Красота. Классика. И баланс идеальный. Держать одно удовольствие. Можно? Конечно. Попробуйте. Самый лучший день. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вынесут пол магазина.
Первый раз слышу, чтоб кто-то так играл Сильверхенда. Я читал, что он вообще ни у кого не учился. Просто сам до всего дошел и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. Занимайся каждый день и тоже будешь так играть. Или даже лучше. Всему можно научиться. Ну не знаю. Выучить риф это можно. Но это будет копирование, а не создание чего-то своего. Вот именно. Поэтому лучше изобрести свой стиль. А для этого как раз нужна практика. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Черт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось. Со временем ты узнаешь, кто ты на самом деле. И чего хочешь от этого мира. Не понимаю. Хочешь быть мятежником? Сначала пойми, кто ты. Будь собой. Мятежниками не рождаются. Мятежниками становятся только после того, как судьба тебя как следует отмудохает. Ты странный, но ты мне нравишься. Да, ты мне тоже, малыш. Сыграешь еще? Нет, нет времени. Пора платить и дельтовать отсюда. Возьму вот эту. Классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки. Может, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось еще пара дел. Ладно. Я готов. Куда едем? На кладбище. Как скажешь. Говорит, что корпорации опять начнут войну. Типа, они только и ждут, чтобы порвать друг друга. Как думаешь, это правда? Начнется новая война? Ты нашел кого спросить? Я об этом ничего не знаю. Да мне и не интересно. Знаешь почему?
Почему? Потому что жить можно и так. У меня тут друг недалеко живет. Где? Отсюда не видно. Просто говорю. И что, близкий друг? Он как-то пригласил меня к себе домой. Его мама приготовила обед, а потом мы пошли сидеть на мосту. Я люблю тут ездить. Тут красиво. Город выглядит живым. Ну да, тут куда ни пойди, будут люди. Я не про это. Мы сами создали монстра. И даже не заметили, как он начал пожирать нас заживо. Ха, как Франкенштейн? Как чудовище Франкенштейна. Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет. Просто раньше не замечал. Раньше не было времени об этом думать. Город вытек у меня, как песок сквозь пальцы. Промчался мимо. Прошмыгнул под ногами, пролетел над головой. Даже не знаю, когда. Напишешь об этом песню? Может быть. Ух ты! Я не знал, что у тебя есть пушка. Очень крутая. Мой отец когда-то такие продавал. Будешь стрелять в кого-нибудь? Нет, это просто память. Понимаю. Это тебе кто-то близкий оставил? Ну да. Ты не представляешь, насколько близкий. Что ты с ней будешь делать? Положу туда, где ей место. Можно я с тобой? Нет, нельзя. Подожди тут. Я быстро. Окей. Ох, Ви. Я, в общем, не могу больше ее носить. Я не хочу больше жить прошлым, каждый день думать о том, что случилось. Я все равно тебя не забуду. Мне же теперь придется ходить с твоим лицом. Спасибо за... Да вообще за все. До сих пор не понимаю, как так получилось. Так и была бы ты королевой по смерти, если бы не я. Хотя, ты бы сказала, что главное было им въебать. Ну и мы им въебали. Не надо было тебя в это втягивать. Прости. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощайте.
Куда теперь? Я должен успеть на автобус. А кто-то близкий, кого ты навещал? Он давно умер? Нет, не очень давно. Скучаешь по нему? Немного, да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. Не уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыл гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. И уже не забыл. Привет, Вим. Я знаю, ты вольная птица, и не то чтобы я прошу тебя передо мной отчитываться, но, может, хотя бы скажешь мне, ты вообще жив? Это, конечно, твое дело, но ты пропустил последний осмотр, а я тебе миллион раз говорил, что... Позвони, когда освободишься, ладно? Пока. Ви, дехате де пендехадас. Опять ставишь автоответчик? Да что ж такое, а? Тебе что, язык отрезало? Что же я хотела? А, си, клэро. В воскресенье я собираю всех на ужин в честь дня рождения Джеки. Приготовлю все, что он любил. Чилакилес, тамалес. А если куплю настоящую кукурузу, то даже элёте. Будет хорошо, если ты зайдешь. Подумай об этом. Cuídate, amorcito. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново.
Я что хочу сказать. Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят. Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Серьезно? Ты что, решил от меня бегать? Ну да, конечно, ты зассал, как же иначе? Я тебе дам совет, Джонни. Наслаждайся своей новой жизнью, пока можешь. Потому что она будет недолгой. И я не шучу. Даже не пытайся прятаться. Я тебя из-под земли достану, ебучий ты психопат. Я не остановлюсь, пока не вытащу Ви из твоей головы. Пока не знаю как, но я это сделаю, можешь быть уверен. Знаешь, кто ты? Ты паразит, Джонни. Сраный ленточный червь, ты слышишь? До скорого свидания, уёбок. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сиги, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну, вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сэппуку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай, поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксояро. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение.
Привет, Ви. Слушай, извини, что беспокою. Я понимаю, у тебя там дела, тебе некогда. В общем, я беспокоилась, как ты там? Решила по-быстрому разложить карты и... Ох. Тебе выпали повешенный, маг и звезда. Это нехорошие карты, Ви. Они предвещают что-то плохое. Вроде смерти, но не совсем. Береги себя там, хорошо? Я надеюсь, скоро услышимся.